понедельник специалисты управления ЖКХ и транспорта вместе с госавтоинспекторами проверяли городские дворы и внутриквартальные проезды на предмет их очистки от снега. Увиденное комиссию не порадовало. Дороги были почищены, но собранный снег никто не вывозил. Его просто складировали рядом. В итоге городскому хозяйству было выдано 8 предписаний и дано 2 дня на устранение нарушений. Сегодня состоялась контрольная проверка. В ней приняла участие и наша съемочная группа. Месячные запасы снега в районе автострадной начинают исчезать. Сегодня во дворах работает тяжелая артиллерия городского хозяйства. Обслуживаемая территория стала чище как минимум на 300 кубометров снега. После последнего обследования дворовых территорий и внутриквартальных проездов обслуживающим организациям было выдано 8 предписаний. Вот после сегодняшней проверки выявлено одно невыполненное предписание. Вот. В отношении обслуживающей организации будет составлен протокол по части 1 статьи 19.5. Дорожники пытаются привести дворовые территории, городские дороги в надлежащий вид. Техника и люди работают на износ. Закончив уборку и вывоз снега на одном участке, машины тут же меняют место дислокации. Сейчас отрабатываем зоны видимости, парим водопропуски. И в авральном режиме выбираем станцию Обскую. У нас она практически работает в 3 смены с продленкой по 10 часов. Нынешняя зима не скупилась на осадки. Последствия обильных снегопадов дорожникам предстоит устранять в авральном режиме. И дело даже не в выявленных нарушениях и предписаниях. Просто все осознают угрозу, которую может создать резкое таяние снежных гор, скопившихся во дворах и на обочинах дорог. Светлана Кель, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».